Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, как я вам обещал, посылочка из культурной столицы, из Питера доставлена Яндекс. доставкой. Я повырезал адреса и телефоны. И вот, показываю вам. Питер Яндекс. доставка. Ну что, мой поставщик скрыл на почте посылку. Посмотрел, что там именно телефоны, и забрал. Давайте скрывать и смотреть, что у нас здесь есть. Вот так выглядит посылочка. Удивлены, я тоже. Обычно оборачивают в пупырку. Но эти все телефоны были в одной семье. Культурная столица. Сейчас есть интернет. В интернет где угодно можно почитать информацию. Но люди читают газеты. И это радует. Давайте сейчас доставать. Смотреть, что у нас будет по телефонам. Я, наверное, сейчас их вытяну. И будем потихонечку открывать, смотреть. Так, о, аккумулятор есть, хотя писали, что все аккумуляторы вздуты. Так, ну что, давайте буду по одному, наверное, открывать и смотреть. Так, открываем с первого вот такого брикетика. Пиак. Всех с днем победы. Счастья, мира, любви, здоровья. Так, первый телефончик это у нас Alcatel One Touch. Бабкафон, русская раскладка присутствует, кнопки громкости вверх-вниз, качеля громкости есть, фонарик 3.5 джек и кнопка сос. Если человеку пожилому стало плохо, то может всегда он нажать или пойдет звонок, насколько я помню эти телефоны. Они все при... о хо хо ребята, тут еще и акумчик есть. Ха-ха-ха. Обалдеть. Так. Сейчас даже поглядим. Забыл свое произведение искусств. Так, это у нас модель 204 g или 200, 2004G, не знаю, или 204G, сделано в КНР. КНДР, КНДР. Корейская Народная Республика или Китайская, скорее всего, Китайская. Так, а что мы, работает, интересно, кумчик или нет? А ну, пробуем, запускаем. Ха-ха, класс. Ребята, он работает. А что пикает? Так, ну, скорее всего, заряд. Ребята, он работает. И мне это нравится. Еще интересный телефончик. Вообще балбеж, бубеж. Контакты, сообщения, радио даже есть. Класс, будильник календарь, инструменты, настройки, контакты. Короче, все по кругу. Ну, мне нравится. Ура, ура. Спасибо большое девушке. Отправляла девушка. Я с ней переписывался. Она мне написала. Предупреждаю сразу. Я не могу их зарядить. Ну, не знаю, как она их не может. Телефон в рабочем состоянии. Плюс один. Отлично. Так, идем дальше. Следующий телефончик тяжеленький что-то. Наверное, металл. Опа. Samsung. Ух ты, интересненький какой-то. Samsung Masung. Ух ты, аккумулятор. Но ну, аккумулятор поддутый. Так, а что интересно? Сейчас я взял с собой на всякие пожарные. Не знаю, аккумулятор вроде заряжал, но опять же. Телефоны Аккумуляторы старенькие, поэтому я не знаю, будет он включаться или нет. Не включается. А почему? А почему? Вы меня оборали в крайнем видео. О! D520. То, что я неправильно в мотороле нажал. Да, я потом посмотрел. Реально, ребят, я тупанул. Ну, извините. Моторолы проверяю не каждый день. И, честно говоря, подзабыл, что у них все не по-людски, а через одно место. Но телефон работает, включается. И это главное. Смотрите, кому нравятся интересные телефоны, пишите. Все телефоны будут продаваться после видео. Отлично, я доволен. Еще есть аккумуляторка. Я думаю, она походит. Надо будет ее растянуть блоком питания. И будет все зергут, как говорят немцы. А... Отлично. 2-0. Так, идем по ходу. Так, тут что-то легенькое и маленькое. Опа. Samsung. Интересненький. Маленький. Не убитенький. Аккумулятор не дутенький. Так. Нет, чуть-чуть есть. Так, что это у нас за моделька? С200Н. Погнали наши городских Где у них плюс, где у них минус. Так, еще увидеть. Плюс внутренний, минус крайний. Так, минус крайне Вот так. Плюсик здесь. По идее. Так. Еще раз. Да, вот эти, конечно, кракозябры включаются очень тяжело. Сейчас включу. Ну, пробуем, поехали. Не хочет. Хм. Не, -а. Не хочет. Так, переключим. Отключили включили. Еще раз попробуем. Не, ребят, не хочет. И это обидно. Ладно, не рабочее. Я уже вставил карту, думаю, покажу вам, как он включается. Не включается. <coughs> Ладно. Разворачиваем следующее. Так. Это у нас еще один Samsung. По-моему, у меня такой был, но без задней крышки в убитом состоянии этот более-менее хороший. Все на месте. Не знаю, сейчас поглядим. Тут такая блатная батарея своя. Что интересно это за модель, я не знаю. Сейчас попробуем. Чтобы не спалить. Чтобы не спалить. Так. Вот так. Сюда минус. Сюда плюс. Вроде правильно. Но он может не включиться из-за того, что у него аккумуляторные вот эти батареи. Так, а мы ну пробуем. Так, идет потребление и тишина. Не понял. Еще раз клавиатура включилась. И нифига. Вот это весело. Че, 2-2? Это обидно. Х. Сейчас попробую еще раз перезагрузить. Сколько у меня уже этих самсунгов. И ни один не работает. Вот это облом. В танковых войсках. Так, идет потребление и телефон вырубается. Плохо. Очень-очень плохо. Да. Так. Да вот весело. Будет, если следующее будет все тропики. Вау. Я скоро буду солить эти телефоны. Аж от 200. Ну что, состояние вообще класснючее. На две симки. Вау. Полностью все родное. Состояние, ребят, смотрите, ничего нигде не выломано. Ну, будем сейчас смотреть. А, у нас же, по-моему, еще аккумулятор был родной. 5G. Интересно, он работает? А -а. Дохленький. Так, сейчас буду смотреть, у меня есть. Но у меня есть другой аккумулятор. А он большой, который мне присылал подписчик. Огромное ему спасибо. Ну давайте попробуем его. О, включился. Ура, ура. Думаю, будет 3-2. Ждем прогруза. Клавиши вообще не вытерты. Нет. динамик родной без вибраций без всяких отлично мне нравится ух наверное пользовалась девочка наверное давно потому что вот это аниме одно время было модно не знаю как сейчас так менюшечка так фото сообщения параметры настройки так режимы на улице конфигурации Nokia Turn открыть галерею так открываем сигналы вау родной звук Бомба, ребят, я доволен. Так, еще клавиши видно. Звездочка, решетка. Так, где? 92, 7, 0, 26, 89, решеточка. Так, телефон 2012 года. Ребят, я вам говорил. 70 часов наговорено на данном телефоне. Сейчас мы зайдем в звонилки. А как звонилки? По-моему, вот так. Так или как? Ладно, проверю потом. Ну, это реально, это не сбрасываемый лайфтаймер. Контакты. Ага, вот, журнал. Как-то Nokia вот в этом не предусмотрела. Так, длительность вызовов. Сим-1. Ага, надо симки вставить. Ладно, ребят, я на этом доволен. Конечно. Телефон бомбовский. В таком состоянии у меня есть белый, черный и теперь есть малиновый. Не знаю вообще, я доволен. Так, ну вот эти два, конечно, чуть-чуть я подрастроился, но, как говорят, на войне не без убитых. Так, что у нас есть еще? <плёк> Короче, семья так полюбляла, наверное, телефоны, Samsung, 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 только одна Nokia еще Samsung. Смотрим состояние. Вау. Телефон реально вау. Но если он вау не включится, то будет нам вау. Так, где у нас кикемилятор? Ага, вот он кикемилятор. Пробуем. С3520. Ждем загрузки. Вроде загружается. Вроде, ма вроде. реально шикарное. Нет, меню. Ну, я доволен. Так, что ты подвис? Настройки, профили звука на улице. Ага, выбор профили звука. Изменить. Ага, мелодия вызова. И будем смотреть. Вот это, по-моему... Качали нету. Но звук отлично. Сейчас мы выберем, знаете что, дисплей посмотрим, проверим. Так, обои тема. Главный экран, шрифт. Вот, яркость. Скорее всего, яркость не на всю. Ну да. Ого! Отлично! Отлично. Спасибо, культурная столица. Порадовали. Потом я их почищу, потому что я смотрю, люди даже не почистили контакты. Ну, лазить по чужим контактам ⁇ это не камельфу. Так, ребят, есть такая буква в этом слове. Что у нас тут по оставалось? Осталось еще два телефона. Да, ребят, мне надо найти типа, экстрасенсы. Смотрите, семья полюбляла телефоны Samsung. Смотрите состояние телефона. Я не, реально в таком состоянии даже от нашего дружбана не получал. Гляньте, вообще. Вау, тут блестит все. Короче, его наполировать, очистить. И вперед за орденами. c 3300 к Прикольненький. В розовом цвете девчачьи. Поэтому и малиновый телефон. Потом, уже наверное давайте купим Nokia Samsung Samsung давайте купим наверное у бабушки отобрали галькательку о, -о, о тут даже цифры поставали кто-то набирал прикалывался ну что работает дальше меню настройки профили звука давайте смотреть обычный без звука на улице так есть сохранить так, а интересно, а звук, как он послушать? Вы знаете, на улице вибрация мелодия самсунговская, мелодию по умолчанию. Давайте слушать. Ребят. Получается у него два динамика. Ну, я доволен. Смотрите, все листается. Тач не убит. Я первый раз а, слышал бы, что в вот этих телефонах сильно улетал тач. Обычно S5230 то вообще проблемный телефон. У них то а, этот, дисплей полосами шел. Чуть переморозили, хана. А, чуть переморозили, тач отвалился. Смотрите, номерная крышка. Ну, короче, люди аккуратно пользовались. Молодцы. Спасибо ей большое. Оставлю отзыв. А, как я оставлю, меня забанили. Ха-ха-ха. Ладно. Оставил. Ну, благо то, что я хоть телефоны по... Хо-хо-хо-хо-хо. Ребят. Есть бог на белом свете. Вы посмотрите, что здесь есть. Я думал, это Nokia. Я давно его хотел. Я не могу найти эти телефоны. Они вканули в небытие. Это Доноды. Фирма была Донод китайская. Которая, не знаю, сколько тратила стали. Представляете, вот эта крышка, не знаю, надо весы себе и взвесить. Так, на одном есть сим-коннектор-держатель. Здесь почему-то нет. Наверное, вывалился. Так, давайте вставлять. Эти, телеви... Эти телефоны были с телевизором и с радио. Можно было слушать на вот эту выносную антенну, ребят. Я запилю видос. Дай бог, чтобы он включился. Раз, два, три. Елочка. Не хочет елочка гореть. Я думаю, чего мне не хватало? Вот это донодовского звука. Ха, -ха. Меню. А, а, СИМ-карта не вставлена. Но no СИМ-карт. Ладно, как зайти в меню? Вау. А, у него же сенсорный дисплей. Стоп. Ага. Фиг вам, национальное индейское жилье. У него тач должен быть, а он не работает. Ну, благо хоть телефон работает, и то рад. Как я рад, говорят, как я рад, что поеду в Ленинград. Ребят, он работает, аудиоплеер, органайзер. Что у нас в органайзере? Фонарь. А ну, открыть, это то бишь включить. Где фонарь? Нет фонаря. Я открыл фонарь, почему он не светит? Где фонарь? Или здесь нет фонарь? Закрыть. Или я тупой? Где фонарь? Где диод должен стоять? Мэр! Назад. Календарь задачи Bluetooth. Дальше, что у нас есть? Калькулятор, будильник. Далее. Профили пользователя на улице опции, настройка, настройка тона. Так, будильник. Китайско-индийский роман. Но это для будильника, я понимаю. А нам, например, если не будильник, насколько громкость. Громкость семерка, кнопка тонок. Шик. Так, тип будильника, тип звонка. Повторно дополнительный тон. Предупреждение. Ошибка. Режим полета. Подсветка LCD. 45 секунд. Ребят, ну реально, я честно вам говорю. Я просто обалдел. Что у нас за игры есть? Волшебные суши. Вау. Ой-ой-ой, сто лет не слышал этого звука. Короче, это надо собирать суши. Все, теперь я понял. Раз, нажали, с этим поменялись. Все, понял. Ну что? Тут, по идее, надо было... А, надо калибровку сделать. Все, я не сделал калибровку. Там вначале выскакивала калибровка. Без калибровки сенсора, ну или сенсор отвалился. Одно из двух. Ребят, я клянусь, я доволен. Ну что, на такой оптимистической ноте разрешите мне закончить наш обзор. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь телефонов я получил из Питера сегодня. Санкт-Петербург, как хотите называть. Я и Питер называю, Санкт-Петербург. Короче, всем спасибо, кто меня смотрит. Всех с Днем Победы. И ждите новых видосиков. Пишите, кому какой телефон нужен. Запилю видосик и покупайте. Милости прошу. Всем пока-пока.